На перекрестке улиц Советской труда небольшом по площади сейчас работают 5 сварщиков. Задействовать больше людей нельзя, так как нельзя расположить на проезжей части больше сварочных агрегатов, передвижных электростанций. Это значит, что ремонт идет максимально возможными темпами, да и спешка здесь чревата. Будут вагоны ходить, надо, чтобы не лопнуло. То есть на один раз не получится. То есть на несколько раз проходим, чтобы качественно. Электроды очень хорошие используются. На один стык по 3-4 шва накладываем. То есть много сварки очень. Реконструкция перекрестка заключается в появлении всего нескольких метров трамвайных путей. По завершению ремонта это позволит пассажирам электротранспорта без пересадок ездить по Советской вплоть до Зеленого Лога. Работа дорожных служб здесь, на перекрестке, сложна тем, что много подвижных участков рельсов. Перекресток состоит из сварных деталей. То есть, по сути, литых элементов уже не производится, поэтому все пересечения приходится изготавливать вручную. Нужно было разбирать, в том числе и основания дороги бетонная. Этим объясняются сроки проведения капитального ремонта путей. Работы на перекрестке начались еще 27 апреля, но идут они опережающими график темпами. 16 июля мы должны были произвести первый пуск трамвая, но видя такую ситуацию, что да, действительно, здесь столпотворение автотранспорта и, в принципе, неудобства для жителей нашего города, усилили и людьми, и техникой, и, в принципе, пересмотрели графики, и на месяц раньше, 10 числа, я думаю, мы сделаем. В рамках капитального ремонта переделывается и переезд на перекрестке через трамвайные пути. Между рельсами укладываются чугунные плиты перекрытия вровень с дорогой. Магортранс в этом году отремонтирует 12 трамвайных переездов по городу. Есть у предприятия и более долгосрочные планы. После того, как мы обеспечим проезд прямой до Зеленого Лога, будет, собственно, строительство ветки по Зеленому Логу и до Карла Маркса, и дальше до Труда. То есть мы закольцуем Южный микрорайон. Сейчас специалисты Магортранса пересматривают маршрутную сеть. Уже на следующей неделе станет известно, трамваи под какими номерами будут следовать по Советской прямо до Зеленого Лога.